73 тысячи незадекларированных долларов США обнаружили уссурийские таможенники у гражданина Российской Федерации при пересечении границы в пункте пропуска пограничной. Россиянин пытался незаконно вывести деньги в Китай. При досмотре ручной клади туриста таможенники в его нагрудной сумке обнаружили 7 пачек с денежными купюрами номиналом 100 долларов США. По словам правонарушителя, об ограничении вывоза из страны наличных денежных средств он знал, поэтому решил вывести деньги тайно. За контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере уссурийская таможня возбудила уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы до 4 лет. По словам начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры уссурийской таможни Натальи Диковой, наличные денежные средства необходимо задекларировать как при ввозе, так и при вывозе, если их общая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США.